Снежинки серебристые, слетайте сюда.
jogo mesmo. Thank you.
Здравствуйте, дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки! Здравствуйте! С Новым годом всех вас поздравляю! Счастья всем вам и здоровья желаю! Желаю вам на Новый год всех радостей на свете, здоровья на 100 лет вперед и вам, и вашим детям! Пусть радость в будущем году вам будет чудным даром, а слезы, скуку и беду оставьте лучше в старом. Спасибо. С Новым годом вас! Ребята, вы к празднику готовы, да? Да! Так. А елочка-то не горит, смотрю, а? Не горит, Дедушка Мороз, елочка. Так, а ну-ка, где мои звездочки? Сейчас я вам раздам звездочки. И елочка зажжется. Давайте быстренько раздавайте звездочки. Вот. Вот. Всем звездочки. А то без звездочки елочка не зажжется. Артём, помогут нам. Так, ребятки, кто из старшей группы выходите? Давай. А помогут нам собрать наши ребятки. Да. Игра называется «Собери звезды по цвету». Розалиночка будет собирать зеленые. А ты синие. А я желтый. Вот хорошо. А ты красный. А ты тоже хочешь зеленый собирать, да? Ну ладно. Ну давайте. И начинай. Собирайте быстренько. Елочка, мой бог!
А теперь, чтобы встретить Новый год, станем дружно в хоровод. Yeah.
кажется, зимой, я хочу спросить у вас. Что вам нравится зимой? Белые полянки, длинноводки, снеговой, крыши и лесанки. Молодец! И у меня осталось стихотворение.
Наладить, наладить. Попробуем дружнее. Вот так. Давай, иди. Пожалуйста, а вы все вместе помогаете папам и мамам елочку наряжать? Да! Да? Значит, вы знаете, что висит на елке, да? Да! А вот я сейчас спрошу у вас. Так, скажите, пожалуйста, а разноцветные игрушки висят? Да! А шарики, хлопушки? Да! А белые подушки? Да! Правильно! А белые снежинки? Да! А рваные ботинки? Нет. А сладкие конфетки? Да. А старые газетки? Нет. О, ребятки, убедили, молодцы. Что ты говоришь? Конфеты надо есть. Надо есть, но немножко. Да. Дедушка Мороз, мы хотим поиграть с тобой. Давайте, ребятки, встанем в кружочек. Встанем в кружочек и поиграем. Игра наша называется. Платочком. Платочком, да. Музыка играет, платочек передаем. У кого платочек остался в руках, вот здесь, и выходит танцевать с Дедом Морозом. Музыка играет, платочек передаем. Встань в кружочек. Вот. Большой кружочек. Возьмите за ручки, возьмите за ручки. Вот. Иначе. По кругу передавать. Давай, давай, давай. Давайте.
выходите. Выходите, за ручки возьмитесь. Вот так. Поднимайте. Вот. Молодцы. И дальше, дальше. Спасибо, понравилось, скажи, но ел-то, а теперь можно и идти мне. Подожди, дедушка Мороз.
О, да, самое главное. Я же приготовил, ребятки, подарки всем для вас, да. Так, а где же подарки? Позабыл. Вспомнил. Баба Ёжка, куда ты дела мои подарки? Сейчас я ее позову. Это, наверное, баба Ёжка. Да, да, да. Мы видели ее, она вокруг. Да, баба Ёжка, появись! Хлопаем, ребятки!
поплясать. Как? Давай, давай, Жень, говори. Ударила вы среди я. Ударилась? Прямо этим. Плечом? Темечком. Да, темечком. Да ладно. Ну что ж, второе желание. А что? Сейчас скажу. Ой, как ж я хочу, Дедушка Мороз, Красный Нос, чтоб ты меня ласковыми словами называл. Тебя ласковыми словами? Ой, хочу. Называй. Язык чтоб не поворачивается даже. Называй. Ну, бабулечка. Егулечка. Красавица. Красоту. Ну, еще говорите такие слова. Красавица. Ой, красавица. Ой, Вася, скажи что-нибудь хорошенько мне. Скажи, дочка. Красавица, конечно. Ой, ты бабулечка. Ну, конечно, красавица. Говорите. Человек, вот ты не улыбайся, ты слушай, как свою мил ты называешь, и меня так назови. Ну-ка, ну-ка. Солнышко. Ай! Растаяла совсем, мама Лёшка. Хорошо. Говори себе не желание. Есть у меня заветное, заветное, самое заветное желание. Ведь видите, чего, о, сушка, все ведь я на метле, на метле. Да надоело мне кататься туда этой метле. А чую, на тебе кататься. Это желание, желание. На Дед Мороз хочу. Но как это можно, Дед Мороз? Сам я совсем стал, чтоб тебя носить. Ну, кто-нибудь, может быть, мне поможет из пап или мам? Нет, из пап. Да давайте, иди сюда. Идите сюда. А помоложе взять, говорит, да? Она больше помоложе. Да? Ну, вот, 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 иди сюда. Иди сюда, мил человек. Вот. Иди сюда. Ой, не могу, отдаю. Вот. Отдаю. Иди сюда. Вот. О, батюшки, это как же, это мне. Иди сюда, садись. Чтоб аккуратненько. Да, прокатай тебя. Ну, посмотри.
Ах, избушка, веселушка, расписные старенькие, что ж ты ходишь босиком? Надела б ты валенки. Ой, чего? Вот, сначала мы ее согреем, давай, одевай. Ой, вот. Чего, ты как надо, девушка? Я что-то так и не умею. Вот. Ну, дверь своя пари и подарки нам дари. Добра, мира, счастья. С Новым годом! На этом наш концерт окончен.